Мириады насекомых обитают на нашей планете. Повсюду, где возможна жизнь. Они ползают, прыгают, плавают, носятся по воздуху на легких крыльях, порхают над цветами. Как живут эти маленькие создания природы? Как общаются между собой? Как добывают пищу? Важнейшее значение в жизни большинства насекомых имеет зрение. Свет насекомые воспринимают по-разному. Одни чувствуют его всем телом, другие с помощью довольно просто устроенных глаз, а большинство наделены сложным зрительным органом, фасеточными глазами. Оба глаза у насекомых неподвижны. Тем не менее, насекомые обладают гораздо большим полем зрения, чем позвоночные животные, у которых глаза подвижные. Насекомые могут одновременно смотреть вверх, вниз, вперед и назад. Поэтому так трудно их поймать, с какой бы стороны вы к ним ни подходили. И все это благодаря строению глаза, который состоит из бесчисленного количества маленьких глазков-фасеток. Причем каждый глазок видит самостоятельно. У стрекоз, например, этих глазков 28 тысяч. Лучше всего изучено зрение у пчел. Они видят мир окрашенным четырьмя цветами. Красно-желто-зеленым, голубо-зеленым, голубо-фиолетовым и, что самое замечательное, ультрафиолетовым. А вот красный цвет не отличают от черного. Но от этого пчелы не испытывают никаких неудобств, так как чисто красного цвета в природе не существует. В цветах медоносных растений, там, где находятся тычинки, есть особые пятна, которые отражают ультрафиолетовые лучи. Мы этих пятен не видим, а пчелы видят их хорошо и безошибочно устремляются прямо в то место тычинки, где находится пыльца. В течение всего лета звучат призывные песни кузнечиков. Как все хорошие музыканты, они обладают превосходным слухом, улавливая даже ультразвуки частотой до 100 тысяч герц. Почти всю свою жизнь кузнечики проводят в густых зарослях трав. Увидеть там что-нибудь очень трудно. Вот тут-то кузнечиков и выручает слух, потому что общаются они между собой с помощью богатейшего диапазона звуков. И что самое парадоксальное, слуховой аппарат, уши, расположены у них не на голове, а на ногах. Осы Полистес живут колониями. Маленькие соты своего искусно построенного общежития они откладывают яички, из которых затем появляются на свет личинки. Взрослые осы – вегетарианцы. Они питаются нектаром, а их личинки едят только мясную пищу. Причем личинки целиком полагаются на родителей, так как у них самих отсутствует ощущение вкуса. За температурой в гнезде, крайне важной для развития личинок, также следят родители, обогревая или охлаждая гнездо с помощью своих крыльев. Чувств у насекомых наиболее развиты обоняние и вкус. Огромные антенны у шелкопряда далеко не расточительство природы, а лишь способ увеличить поверхность, воспринимающую химические раздражители. Шелкопряд – один из немногих видов насекомых, заботу о выращивании которого взяли на себя люди. В результате шелкопряд утратил способность летать и многое другое, чем наделила его природа. И только невероятная чувствительность его антенн осталась без изменений. В брачный период самки шелкопряда
выделяют феромоны, особые химические вещества, обладающие тонким ароматом. Несколько молекул феромона достаточно, чтобы сверхчувствительные антенны самца даже на расстоянии нескольких километров уловили этот запах. Удивительные чувства насекомых. Удивителен мир этих маленьких созданий природы, во многом еще загадочный, хотя начало существования этого мира уходит в глубину многих миллионов лет. Сейчас сами убедитесь, как иногда маленькие птички, живущие в далеких лесах, сами тянутся к людям, с каким трогательным доверием они относятся к ним. Как-то к нам в киностудию повадились летать снегири. Без тени страха и стеснения они носились по комнате. С самой ранней весны и до поздней осени снегири живут на севере, в глухих лесах. И только после появления первого снега они переселяются из северных лесов к югу и к нам в Подмосковье, поближе к садам и огородам. А эта отважная пара снегири решила даже проникнуть в дом и поселиться не где-нибудь под крышей во дворе, а вот здесь, в той самой лаборатории, где ведется научная киносъемка. Обычно снегири строят свои гнезда на деревьях или в густых кустарниках. А эта доверчивая пара свела гнездо у всех на виду, прямо над головами людей. Больше двух недель мать сидит в гнезде. Все это время верный супруг заботится о ней, приносит ей корм, а иногда сменяет ее в гнезде. Такова уж давняя традиция у снегирей. В природе они ведут себя точно так же. «Вас еще тут не доставало», — возмутился отец семейства, увидев и не узнав самого себя в зеркальце, которое сотрудники лаборатории прикрепили над гнездом для того, чтобы наблюдать за птичками, и стал гнать воображаемого незнакомца. Незаметно пролетели две недели. В гнезде появились птенцы. И тут уж оба родителя принялись заботиться о кормлении и воспитании птенцов. Тем больше хлопот доставляли они родителям. Не жалея сил, мать и отец
по очереди отправлялись на поиски пищи и приносили своим ненасытным птенцам семена деревьев, трав, разную зелень, а когда удавалась охота, то и насекомых. Прошло еще немного времени. Птенцы подросли, окрепли и начали все чаще покидать гнездо. Но и тогда заботливые родители продолжали их кормить там, где их находили. Расставаться с отчим домом, покинуть добрых людей, которые дали им приют. Но зов природы оказался сильнее. Следуя за родителями, птенцы оставили родной дом. Пройдет год, и кто знает, может быть, эти милые и доверчивые птички вновь вернутся сюда, в свои родные пенаты.